Сегодня в день рождения легендарного военного летчика Алексея Моресьева, чей подвиг описан в повести о настоящем человеке, в Старомосколе заложили сад памяти. Деревья высадили студенты индустриально-технологического техникума и волонтеры Победы. Внутренний дворик учебного заведения теперь украшает туи, гортензии, спиреи и можжевельник, которые будут напоминать о жизни и судьбе Алексея Моресьева, а также о павших героях-фронтовиках. Очень символично, что это произошло именно 20 мая, в день рождения летчика-героя Алексея Моресьева. Это живая память буквально, и каждый, кто будет проходить мимо этого сада, будет смотреть на эти деревья и вольно или невольно задумается о тех подвигах, которые совершили наши деды и прадеды ради мирного неба над нашей головой. Для меня это очень большая честь, потому что я с гордостью вспоминаю об истории Великой Отечественной войны, и всегда для меня это было значимо. Я активный волонтер, поэтому я стараюсь максимально участвовать в различных мероприятиях, акциях. Напомним, сад памяти – акция международная. Это дань уважения великому подвигу всех, кто сражался с фашизмом. По всей стране и за ее пределами ежегодно высаживают 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем Великой Отечественной.